Всем, ребят, привет! Сегодня очередной выход. Выход у нас, в принципе, я считаю, на дальние рубежи. Сегодня копаем втроем. Дмитрий, Евгений. В последнее время мы с ними выезжаем на копы, а сегодня сообразили на совместный коп. Сегодня втроем. Все бы хорошо, но первое, что у меня не сдалось, я в машине оставил батарейки. Это ладно, полдела. Дмитрий меня выручил. Второе, что у меня случилось, начал разрабатывать новый фундамент. В принципе, кирпичей там ничего особенного нет. У меня вот что. Очередная беда. Как вы видите, лопата сломалась не там, где нужно. А в основном лопата ломается вот в этой области. Но у меня, как говорится, все не слава богу. Получилось не лопата, а мотыга. Но здесь меня тоже Дмитрий выручил тем, что сейчас отправлюсь за лопатой. Лопата, в принципе, тоже фискарь, но коротенькая. Шурфить с ней не очень удобно. С находками пока ничего у нас нету. Парни разрабатывают старый шурф, где, в принципе, неплохие находки были. Около 40 монет мы поднялись с Евгением. И вернулись сюда, в это же место. Дмитрий с Евгением разрабатывают дальше, то есть увеличивая диаметр дома. Вот, я постарался разрабатывать новый шурф. Там, в принципе, сопутка хорошая, но уж очень много железа, проволоки, алюминиевой и пробок. Сегодня жарко, находимся в теньке. Только из-за этого в такие места я выезжаю. Так что коп не сдался с первых же минут. Не начавшийся, он уже практически провалился. Ну, сейчас отправлюсь за лопаткой и снова в путь. С находками пока ни у кого. А, нет, у Евгения копеечка советская. К сожалению, год сказать нельзя. Уж очень она заляпана сильно. Но, судя по монете, можно сказать, что это где-то район 50-х, 60-х годов. Ну все, вступление сделал, а если вы меня видите, значит, у меня сегодня коп состоится, а находки у нас будут. Так что смотри, продолжай, в принципе, думаю, все сегодня у нас получится хорошо. Итак, ребят, у нас Евгений вырвался вперед по находкам, советик у него есть, у Димана тоже советик есть, но у него медная выпала, большого размера, что за монета. Ну, это у нас, судя по всему, трешка 24-го, потому что проглядывается герб пролетариатов. Вот такая вот трешечка медная. Зачетно, зачетно. Ну что, Евген уже пока чемпион. Лидирующую позицию он держит. Ладно, смотрим. Это у нас Диман там что-то ковыряется. Что-то он там хочет найти. А вот че? А вот че? Не знаю. Сколько, Диман, у тебя советов? Два. О, Диман на втором месте. Я вообще на дне. Дно я. Я дно. Ладно, продолжаем. Так, ребята, тера 705-я. Вообще шикарную находку подняла. Я такую вещь подымал, но второй степени. Это медаль материнской славы первой степени. А как вы знаете, хотя мало ли кто знает, эта вещица выдавалась за большое количество детей. Точно сказать не могу, но второй степени за 7 детей выдавалась. Это у нас чистое серебро. И она, в принципе, такая тяжелая. С обратной стороны у нас надпись «Монетный двор» и порядковый номер. Вот по этому номеру можно определить, кто здесь жил, что за дама настрогала здесь много детей. Вот такая зачетная вещица. На этом шурфе Евгену в прошлый раз тоже перло. И сейчас ему тоже продолжают дед подкидывать. Вот из такой вот ямки он наковырял немного. Ладно, ну что ж делать. Везет пока Евгену. Продолжаем. Итак, ребят, у меня вот собрались тут комрады вокруг меня. Снова глазами, смотрите, нашел че. А, толстая. Это означает что-то либо. Так, надпись проглядывается.
это либо пятак 24-го, или же пятак царский. Ну, сейчас я немножко его смочу, потому что не разобрать. Как вы видите, вообще налет жопошный, но монета толстая. Сейчас глянем. Итак, ребята, дружно мы здесь копаем. Диман взял захватом. Недружно говорит, что собираем. У нас Жека собирает такие зачетные находки, но довольно-таки редко, но метко. Диман что-то пустой. Пустой, да. Всякую лабуду пока собирает. Изначально хочу вам показать, какую я здесь лабуду собирал. Из всего интересного вот такая вот зажигалка. Здесь рисунок у нас такой имеется. Интересно то, что форма какая-то, яблоко, что ли. И на яблоке морда нарисована. Вот. А здесь у нас надпись «На память». Вот такая вот ручная работа. Ложку подымал. Зачетная, посеребренная. Но я его лопатой как трахнул, блин. Было очень-очень сильно, громко. Вот такой вот краник от самовара. К сожалению, это не медный, а современный. Потому что какой-то он тут какой-то белый проглядывается. Всякий такой сброд, сброд. И находку у меня. Находка у меня 5 копеек. Со старым гербом. Год сказать не могу. Ну, вот в этой вот области очень много было монет. И вот смотрите, какое количество монет я здесь собрал. Все советики. Вот, из-за этого я не снимаю их, потому что совет, он и в Африке совет. Но интересно то, что в основном здесь старые советы. Вот старый герб. Вернусь вот к этой медной монете. Это у нас 5 копеек оказалось. 1924 года. Медь. Сегодня царей пока нет, но вот такое вот количество монет уже я наковырял. В принципе, копеечки неохота вам показывать. Вот, но все же буду, наверное, стопочками вот такими вот показывать, кучками. Или что-то интересное. У нас тут еще вот эту область можно снимать. То есть здесь тоже конец как бы дома. И он проходит туда, там еще у нас одна ямка. Вот. Евгений ее уже исследовал, сказал, что там у нас типа сарая, потому что там у нас уголь. Ну и дом проходил вот так вот. Жалко, что мы его здесь засыпали. Можно было бы как-нибудь еще продолжать, потому что в основном все находки находятся по кромочке всегда, потому что засыпка у нас здесь, и все падают под плинтус и закатываются именно по самому срубу. Так что все находки в основном, как я знаю по моей практике, встречаются именно по такому. Ну, здесь вот печка, и здесь вот Евгений под печкой зачетные находки подымал. Так что имейте в виду, тоже можете взять на вооружение, что под печкой интересные, в принципе, бывают находки. Как недавно, полгода назад у меня комрады под печкой подняли клад. Клад весьма приятный, в 50 килограмм медных царских монет. Если кому интересно, могу подробно рассказать про этот клад, но уже в следующий раз. Ну все, продолжаем. Что там, Дмитрий? Костыль какой? Обычный. Все хорошо. Вот такая вот лабуда, Диман. Прям любитель сегодня. По такой лабуде. Ну ладно, смотрим. Всем гостям моего канала рекомендую подписаться. Здесь вы увидите много интересного видео, что связано с металлопоиском, и полезной информации. Будь всегда первым при просмотре новых видео. А для этого тебе надо подписаться, нажать на колокольчик, поставить галочку, и ты будешь первым оповещен о появлении нового выпуска. Итак, ребята,
Диман там наткнулся на что-то, какой-то хороший сигнал. Говорит, блядь, не сигнал, а просто бомба. А, бомба, в натуре бомба. Что, это обычная алюминий? Жалко, без монеток внутри. Так, вот такой вот он шмурдяк вот наковырял. Алюминий. Всякое-всякое-всякое-всякое. Здесь вот у нас Евгена. О, какая пепельница тут, блин, шикарная. Под сигар тоже такого же цвета. Бусинки всякая. Такая лабуда. Очень много вот таких вот. Может, даже наберем. Черпачок. И вот такой зачет. Ой, какой тяжелый. И вот такой вот зачетный утюжок. Очень хороший экспонат для музея. Я его, конечно же, заберу. Чем он хорош? Это древнее, чем углевые. Есть такие. Открываешь, туда засыпаешь уголь и тем самым гладишь. А это еще древнее тем, что его ставили на огонь. Вот так вот он грелся. И только потом гладили. Это для тех, кто не знает. А не знает, у нас это молодежь не знает. Мы-то древние пердуны знаем, да? А вот молодежь нифига ничего не знает. Думают, электричество было всю жизнь. И пользуюсь электричеством все время. Вот такой вот. В горшочке вон Диман вот такие вот зачетные выковыривает. Железо куча, куча. И вот они сейчас с Евгеном ковыряются именно около печки. Что там, Диман? Стол? Вот. Вот здесь. Вот, видишь, стоит. Ну что, основание под печку, что ли, столбы? Нет, это вот второй. Вот здесь стоит. Вот здесь стоит. Вот здесь стоит. Угу. А это что? Очередная сковородка, да? Да. Та самая. Мы как-то горшочек нашли с кашей. Кстати, рекомендую посмотреть видео. Очень интересное, горшочек. И очень любопытные там находки были. Ну ладно. Все это мы видели, все мы это знаем. Но пока достойного для съемки нету. Вот это самое достойное. Вот у Димана вот этот сегодня, он все, он туда кидает, он, да, чемпион по чермету, блин. Ему нужно уже подумать на своей Kia возить чермет. С прицепом, да, от КамАЗа. Ну ладно, работает у нас сегодня терка первая, терка вторая. С катушкой, снайперкой, а там катушка стандарт. Ну ничего, стандарт гребет неплохо. Ну все, продолжаем. Итак, у меня очередной сигнал, и это у нас снова у нас это совет. Золото партии. Можно было даже в этом не сомневаться, когда был сигнал. И это у нас 5 копеек 29 года. В принципе, такой сохранчик бодренький. Пойдет, отмоется, отстирается и будет зачетный. С последнего показа у меня еще несколько пятачков. 52 выпал. Затем, по-моему, 30 какой-то. Ну, старый герб. Трешечка 32 года. И две двушки. Ну все. Вот такое количество я снова наковырял. И чтобы в кармане не болталось, отправляем их ко всем остальным моим находкам. Ну все, продолжаем. Итак, ребята, у нас немножко изменения произошли тем, что ребята ушли искать новый фундамент. Сейчас я буду присоединяться к ним. Я здесь небольшой порядок навел и прозвонил немножко после них. Нашел я после них еще несколько монет. Вот, но советские, ничего особенного. Сейчас я опять кучку покажу.
Вот, и перейдем уже к другому фундаменту. Фундамент хорош тем, что на шурфе можно поднять вот такое количество бутылочек разной эпохи. Ну, в принципе, какая разная? Ранние советы и поздние советы. В данном случае вот у нас бутылочка, это ранние советы. И это вот, вот это. Вот остальные уже позднее. Очень много битых было. Вот я здесь собрал целые, более-менее, которые вот такие вот красивые бывают бутылочки. Я их такие собираю. Вот такие вот тоже собираю. Вот, ну, по шмурдяку получилось очень много. Набрал даже вот такой вот, смотрите, такой вот набор. Это у нас подсигар, к сожалению, поломанный. Зажигалка и пепельница. Вот такая вот зачетная пепельница. Вот. Ну и сейчас я вам покажу находочки, которые я сделал после парней. Ничего особенного, тоже советики. Копеечка, двушка, советская пуговка, колечко. Это у нас... Так, а что это у нас? Ну, наверное, тоже двушечка. 15 копеек. Пятачок. Двушка. Еще одна двушка. И еще две трешечки. Вот, в принципе, вот такое количество монет я поднял после того, как ребята закончили и ушли. В принципе, здесь очень большие заросли. Здесь животные не ходят, потому что здесь троп нету животных. Тем более домашняя скотина здесь отсутствует, потому что находимся в таких чепужах, в такой дали от цивилизации, что здесь не ловит даже телефон. Фундамент засыпать за собой не будем. Разворотили мы вот так вот все. Вот, так что я считаю, что в таких местах можно, в принципе, за собой не засыпать. То есть пойдет так. Ну и все. Сейчас мы тоже берем свои пожиточки и будем искать. Ушли они куда-то в ту область, потому что домовой порядок стоял так вот. В ту сторону они не пошли. Говорят, там трава выше человеческого роста. Ну, вот так вот. По цветному металлу собрали вот так вот. Целая миска. Чермета очень много. Можно было килограмм, наверное, 100-150 это точно набрать, потому что очень много. По бутылкам. Парочку бутылок я возьму с собой. Вот такой вот утюг обязательно с собой заберу. Вот, ну, в принципе, больше ничего серьезного нет. Ну, и того где-то у меня уже порядка сколько? Ну, около 40 монет у меня точно уже есть. Диман, он пока что-то не прет. Вот, ну, все впереди. Ладно, будем двигаться. Итак, ребята, буду заканчивать свой коп внезапно, неожиданно, тем, что у Дмитрия проблемы небольшие со здоровьем. Вот. Ну, ничего страшного, просто у него проблемы с ногой. Небольшая старая болезнь. В общем, сейчас он копать не может. И в связи с этим закроем свой коп обзором находок. Сейчас находки мы покажем Евгения, затем наши с Дмитрием. Так что смотрим. Итак, ребята, это находки у нас Евгения. Начну с самого приятного. Вот такая вот медаль. У меня вот, глядя на нее, прям слюни текут, блин. Такая медаль. У меня, повторюсь, есть такая, но второй степени. Это первая степень. Чистое серебро. Затем вот такая вот трешечка 24-го года. И по советам вот такое вот количество. В принципе, зачетно. Ровно 10 монет. И вот такая вот медаль. Ну все, на этом и все. Ну, по находкам Дмитрия, он, грубо говоря, у нас на втором месте. Тем, что у него есть вот такая зачетная монета. Это царская монета.
Николая II, 1/2 копейки. Вот зачетный первый, единственный у нас царик. На первом месте у нас, конечно, Евгений остался. Находки, в принципе, вы сейчас увидите. Вот, но затем 20-ка вот такая вот у него. Ничего особенного. Пятачок, трешка. А это у нас 15-ка в квадрате. Копеечка. И вот такой вот зачетный знак петлица. Я с этого фунда уже подымал в прошлый раз. Он нашел вторую. Ну, по монетам, по моим. Вот так вот получилось. Как вы видите, очень большое количество монет я наковырял сегодня. Больше всех, но я считаю, что я нахожусь в данный момент на последнем месте. Евгений наковырял, в принципе, вы увидели, что медалька у него серебряная, медная монета. Ну, в принципе, все как было. Но у меня получилось, что есть зачетный. Это вот такой вот пятак 1924 года. Он почистится, будет в хорошем состоянии. Затем 6 пятаков советских. В основном все старого образца. Затем 7 трешек. 20-ка, 15-ки, щитовички, рамочники. Даже встретилась червончик 61-го года. Двушек у меня получилось 8 штук. И 6 копеечек. По шмурдяку у меня сегодня, в принципе, изначально я вам показывал, какой шмурдяк у меня был. Ну, вот такой вот еще у меня под конец набралось колечко обручальное и пуговки. Вот так вот у меня получилось сегодня с находками. Судите сами. Я считаю, что Евгений сегодня оказался у нас лидером. Затем лидер у нас номер 2 Дмитрий. Согласно вот такой вот монете 1/2 копейки. Ну и я завершаю тройку вот таким вот количеством монет. Ну все, на этом я и закончу. Надо рвать домой. Не будем мы ждать, пока Дмитрий здесь у нас страдает, мучается. Надо ехать домой. Ну и все, всем пока, удачи. Находок не меньше нашего. Ну и хабаров побольше. Все, всем пока и удачи.